Подержи. 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 Я сделаю тебе массаж для спины, и все будет нормально. Как новенький, ты будешь молодым. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Смотри, как я выгляжу. Смотри, вот это вот, конечно, у меня модные вообще тапки. Короче, мы с тобой играем сейчас в Madness Combat Project Nexus. Наконец-то он вышел. Я его ждал давным-давно. Выпью за тебя моей живительной водицы. В общем, вышла вот эта игра буквально вчера, 29 сентября. Была давным-давно флеш-игра по вот этой вот всей истории, но она была такая, ну, именно флеш-игра. А сейчас вышла новая версия, переработанная с нашим любимым с тобой Хэнком. Я не знаю, насколько тебе эта игра понравится, зайдет, насколько это все будет кайфово смотреться вами, настолько далеко мы с тобой все это продолжим, потому что я не знаю, пока что, будем мы до конца это проходить или нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Madness Combat, наконец-то! Миссия, уничтожь Project Nexus. Херня вопрос. Погнали. Ты знаешь, почему в Неваде не светит солнце? Где-то в Неваде. Потому что я его застрелил. Понял. Ребята, нормально все, в мусоре копаются, чувствуют себя прекрасно. Но внезапно прилетел я, а за мной прилетели другие ребята. Вон он я. Почему это не может быстрее ехать? Вы забыли, как водить, нет? Бедный Хэнк. Ты боишься драки, да? Деймос говорит. У нас наши любимые ребята, Деймос и Сэнфорд, йоу! Почему бы тебе назад не посмотреть и увидеть, как там у нас дела? Так, я умею хуячить руками, я умею перекаты делать. За нами выехал весь Китай. Да, я вижу их. Они едут. Все прекрасно. Здорово. Нет, другалек. Вот-вот именно, тебе надо было отсюда сразу пытаться убежать. Бери меч. Здорово, ребят, где хлеб, не подскажете? У вас в голове. Так, давай, еще сейчас, я хочу ножом его кинуть. Да. Еще взять меч, подожди. Куда полетел? Еще раз. Хорошо. Хорошая работа, но у нас тут серьезная компания. Нужна пушка, бери. Зачем мне пушка? Да я ж все легко разберу. Ух, ебать вас там, ребят. Вот так вот. Так мы разговариваем со всеми. Давай, поехали. На, взяли пушку. Раз, кидаем. Тихо, а в смысле ты не умер, я не понял. Сложность, кстати говоря, нельзя более высокую поставить. Я пытался, не дали. Я знаю, что я могу пользоваться пистолетами. Я знаю, но это же для лохов. Пистолетами нужно бросаться. И ночами нужно резать. О, вернулся. Молодец, горжусь тобой. А, я думаю, что мы от них уезжаем. Мы взяли пистолет не для того, чтобы стрелять, а чтобы кинуть во врага. Так, парни, там супчик готовят. Эй, какой-то грузовик. А что ты ждешь тогда? Давай, кирпичи роняй. Но меня это не остановит, потому что я самый лучший водитель. А Деймос еще более хороший водитель, чем я. Его это не остановит. Ладно. Его это остановит. Деймос, сука, ты когда учиться разучился? Ну вот серьезные оперативники. Вот он я, красавчик. Хорошо покатались, ребята. Да, у нас тут парень упал, слышь ты, пердун смешливый, ты не хочешь нам помочь, нет? Да ладно, не переживайте, у меня еще ребра остались. Ладно, я пойду дальше. Давайте, догоняйте меня, когда ноги будут работать. Однажды я сломаю обратно спину, а ты мне ее починишь. Я пытался вас добить, но не смог. Хорошо Москва выглядит после Собянина. Эй, что ты нашел? А чё? А чё я тебя добить не мог, я не понял. Мы с ним стоим, смотрим друг на друга такие. Нажми Shift для более сильных атак. А зажимать я могу. Ой-ой-ой. Палка. Смотри, палку нашел. Левая кнопка мыши. Лови. Так, зажимай. Бомби. Зажимай. Полетай. Зажимай. Лети. Хорошо. Давай, ребят, подходи. Ты что, живой еще собака? Куда я полетел? Да. Слушай, а если я полностью соберу, кстати? Подожди. Отверточка, тебе отверточка нужна, слышь? Используй. А я могу, кстати говоря, ею бросаться и убивать всех. Кайф. Чё хочешь, лови. Я ему голову взорвал. Ха-ха. Мое любимое дело. Так, тихо, ребят, зажимаем.
Да ты, сука, я зажимаю тут или что? Подожди. На. Блин, если я с оружием, короче, зажимаю, то вообще кайф. С оружием зажимать одно удовольствие. Я их просто насквозь, улетает они в Казахстан у меня. Казахстан зачищен. Ой, то есть комната зачищена. Давай посмотрим, кто сильнее, мои кулаки или твоя палочка. Похоже, мои кулаки. Давай. Еще раз. И еще раз. Отойдите от меня! Не подходи! Я ебанутый! У меня справка есть! Пришел, короче, какой-то чувак в твой замок, в твой город, в твой лагерь и начал всех резанить. Как в Рязани. Здорово, добивай. Да. Раз. Два. Невидимость, мое второе имя. Нажми дважды, чтобы бежать. Ну побежали. Та-т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 а
А, ножи. Подожди. Ребят, ножи. Ножи! Кидать то, что можно кидать. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы узнали, что на них нужно всего лишь 7 ножей. Ножи кайф. Нет причин перепрыгивать то, что и так можно открыть. Согласен. На. Поехали. Давай, ребята! Подходи поближе. Раздаю бесплатно. Всем ножи. Сюда докинуть надо. Хару. Так, а тут что это такое? Пушки у нас? О, кайфец. Так, пушечку берем. Нормально. Залетай. А, ребята, вы тут откуда? Я не понял, вы где, в мусорке ночевали здесь, что ли? Чего я вас не видел? Подожди, куда собрался? Ну, блин, не знаю, пушками драться-то не трудно. Интереснее их резать всех. Здорово. Я тебе говорю, видишь, сейчас сложно. Ну, типа, пушками стоишь и стреляешь, ну а что? А вот кидать их... Ты ебанутый, что ли? Ты чё меня бьёшь? Я ж мирный. Дружелюбный удар топором в щит. Поехали! О, подожди, зажимай. Раз, два. Раз. И еще. Два, три. Какое же это удоволь. Что? Правильно, ствие. Хорошо. Следуй, город на другой стороне бандитского логова. На, подержи. Я тут просто мимо пробегал, все нормально. Просто мимо бегаю. Зажим. Зажимчик. Еще раз. Зажимчик. Подержи. Ха-ха. Блин, какая кайфовая игра. Подержи. Дружище. Подержи. Ничего больше не люблю, чем этот топор. Подержи. Знаешь, мой топор, это мне как мама. Я его тоже люблю, добил. Парни, вы должны умереть красиво. Вот так вот. Побежали. Так забавно бегает, я не могу. Пам! В жопу тебе топор засунул. На. В смысле ты отбил мой топор? Ты чё, охуенчик, а? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Еще раз. Три, четыре. О. Я их обучаю считать. Учимся считать вместе с Андреем. Если ты не будешь хорошо считать в моей школе, то гаечным ключом получишь по щам. Ой-ой-ой, подожди. Это... А, мы нашли Хэнка. Он здесь на какой-то свалке. Все агенты начинают творить хуйню. Мы увидели его здесь. Ну, я вам не завидую тогда. Берем топор. А, это нож. Ребята, вы что там делаете? Не, ну дружище, тут ты не прав. Не повезло тебе, реально не повезло. Ты напрасно взял у меня пушку. Тихо, взяли. Кинули. Да подожди ты. Вот так вот, взяли. Так подожди, а они на бандитов нападать не собираются? Нет, бандиты же то... Я в невидимости. Никто меня не видит. Тихо. Я в стелсе.
Я тишина. Я тишина. Ты чего, блядь? Ты как меня нашел, читер? Меня ты не мог найти. Парни, тихо. Зажимаю и ударяю. Ой-ой-ой, там один уж на кухню улетел. Кто кого? Давай. Раз на раз, деритесь. Я ставлю на чувака с дробовиком, на самом деле. И напрасно победил чувак не с дробовиком. Твоя награда. Нож в лицо. Я надеюсь, тебе понравился твой приз. Новые игрушки, давайте, ребята. А вы уверены, что вы хотите этого, ребят? Просто как бы я вообще не уверен. Вы серьезно? Только что видели, как чувак расстрелял всех просто. Всех. И лучшее решение для вас это напасть на меня? Мне кажется, у вас интеллект минус 1000. Ты в углу! Это не я в углу! Это вы в углу! Со мной! Ой-ой-ой, меч принес! Меч принес! Лошпедина! Так, теперь я думаю, надо зажать. Раз, два, поехали. Тихо. Пушечку принес тут. Ишь чё? На! Кулаками его, кулаками! Я в стелсе. Невидимость. Отлично. Они меня не заметили. Так, тихо. Нужна пушка новая. Парни, подождите. Вот теперь нормально, вот теперь разговариваем. Пушка, конечно, это не очень честно, но они ведь сами на меня нападают с нею. Так что все ровно. Кидай. Ладно, все, надоели. Поехали. Да, ребят, ну да... Блядь, Хэнк, ты бить нормально будешь? Нет! Что ты летаешь тут, как мартышкин хуй? Бей! Да куда? Лети вперед-то. Вот, все, хорошо. Лови. Ого. Лови. Ты очень плохо ловишь. Невидимость. Стелс. Ребят, вы что там, баскетболетчик играете, да? Давайте я научу вас, как играть в баскетбол. Вот так, бля! А мячик где? О, мячик. Подожди. Я тоже своего рода мастерский игрок в баскетбол. На. Yeah! Woo! Так, парни! Вы охуели мешать мне играть в баскетбол? Баскетбол, сука! Это помощь здоровью людей! Подержи. Подожди. Давайте с вами баскетбольчик сыграем тогда, ребят. Давайте. Вы, короче, команда противников. А я, камон, команда победителей. Поехали. Бам-бам-бам. Не, в смысле? Раз. Подожди, извините, пожалуйста. Я решил добавить в наш баскетбол новые правила. Ломик. А вы кто? А что вы здесь делаете? Проиграл, хорошо. Вот это баскетбол, который мне по душе. Вот это баскетбол, который мне нравится. На, ты проиграл, дружище. Ты снова тоже проиграл. А не интересно, авторы реально продумали, что кто-то реально будет бегать здесь? Давайте, доигрываем, и я пойду. Давайте, договорились. Раз, ты проиграл. Ну и теперь ты, папаша. Остались раз на раз. О, господи, он обходит одного, обходит второго, обходит третьего. Прячется за это. Потому что он невидимость. Отходит. И бросок! Не проходит первый раз кольцо. Бросок второй раз. Не проходит в кольцо снова. Бросок третий раз. Проходит в кольцо. Трибуны ревут. Ура! Чего вы сюда пришли? Я не понял. Тут скидки какие-то. Черная пятница, че что? Вы покупатели, а есть здесь главная конфетка? Так правильно. Тогда понятно, но скидочек на меня собаки не будет. Я просто мимо крокодил. А, окей, мне надо идти. Снайпер говорит, у меня кое-что для тебя есть. Они не будут попадать по мне, если я смогу этот свет сломать. Мы не сможем зайти в город со снайперами, которые мешают нам пройти. Мы должны убивать свет для того, чтобы снайперы нас не поймали. То есть нам нужно выключить свет здесь. Похоже, что станция использовалась для того, чтобы весь сок распознать между людьми. После того, как Nexus был герметичный и выключен, все это только работало на силе отсюда. Почему они думают, что у них есть один парень, который может выполнять всю мою работу? Почему они думают, что нужен один парень, чтобы все мои работы выполнять? Ладно, я двигаю в Nevada Central. Возможно, доктор Кристоф сможет разобраться. Тут есть реальный сюжет какой-то, а я... Закрыто? Заебывает? Ну пойдем откроем, что ты переживаешь?
О, сейчас взломаемся с тобой, дружище. Я ж хакер главный. Пора делать взлом. Я не умею взламывать. Сука! Но зато я умею делать вот что! Вот так вот. Вот так вот мне больше нравится. Я таким же образом компьютеры чиню. Так что, в принципе, все справедливо. Это типа у нас челленджи какие-то для ума. Красиво вошел в вентиляцию, молодчина. Так, что похавать есть? Что похавать есть? Какого хера? Почему у вас холодильники более твердые, чем ваши стены, чем ваши двери? Мне двери сложнее взламывать, чем это. Дорогой дневник, спасибо, что ты будешь один друг, который слушает меня. Вот почему я с тобой все следую. Все рассказываю тебе. Я устал от того, что меня постоянно здесь закрывают, поэтому у меня дополнительная карточка есть. Поэтому помни, чем холоднее вокруг, тем теплее ты сам. А, вот почему нам не дали в холодильник посмотреть. Потому что я заранее предположил, что там то, что мне нужно есть. Здорово, дед. О, спасибо, господи, ты здесь. Ну да, я здесь. Да-да, я здесь. Мы с Хэнком подходим. Ты должно быть мое спасение. Почему бы мне... А, ты здесь, чтобы забрать мою работу здесь, да? Я был на этой работе 30 лет. Что делает тебя опоздавшим на 29 лет, чтобы забрать мою службу? Ну ладно, здесь было довольно одиноко, но ничего меня здесь не расстроит уже. Ты ведь пришел? Мне нужно выключить электричество. Как мне это сделать? А, почему выключить электричество? Ты безумец. Но если это сделаешь, тогда значит, что 30 лет моей жизни были потрачены впустую. Ну да, были потрачены впустую, никому они нафиг не нужны. Ну да ладно, это больше не моя работа, так что не буду я ныть. Просто переключи вот эти вот переключатели там, и да, ты испортишь всю работу моей жизни. Прекрасно. Все хорошо, дедушка! Я сделаю тебе массаж для спины, и все будет нормально. Давай, дедушка, сейчас спина у тебя будет как новенькая, ты будешь молодым. Нихуя ты сломал мне! Сломал мне палку, ты чё? Вот это дед твердый. Вот это ты молодец, конечно, здесь занимался, наверное, все время. Думаю, это сработало. Конечно, сработало. Вот так вот! Сосать моя работа! В любом случае, пошел ты. Удачи. Спасибо. Так, ну теперь, походу, на меня будет нападать опять все. Здорово, ребят! Не понял, у нас тут опять черная пятница, а я главная конфетка, да? Хорошо, давай. Скидончики, суки, вам не будут. Добивай. Я могу их станить иногда и добивать вот так вот. Мой пистолет сильнее твоего пистолета. Я возьму меч и просто покажу вам мое особое кунг-фу. И еще раз. Держи. Ого, отбил. Держи! Ничего себе. Держи! Да ты чё? Держи! Да ты подожди. Держи! Да ты надоел. Держи! Да ты заебёшь. Держи! Вот. Главное настойчивость. Ты чё там раздаёшь всем команды, я не понял. Главный главарь у нас тут. Раз. А, ну ладно. А пистолета у меня нету, да? Ну так отдай мне свой пистолет! Подожди, парни, я спущусь за пистолетом, хорошо? Вот, теперь поехали. Пистолеты ваши говно, ребят! Отстойные пистолеты вообще. Давай, 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 готов. Давай, ебаклак. Да ты чё нахуй, почему не умираешь? Вот так вот. Берем пистолет. Не, револьвер хороший. Подожди, а там я видел какую-то хорошую пушку. Кайф. Ладно, я забираю свои слова обратно. Оружие это замечательно. Добивай, добивай, добивай. Да хули ты прячешься-то? Возьми ты какую-нибудь пушку-то. Раз, два. Разминаем спину. Три, четыре. Добиваем вас. Блин, мне нужен какой-нибудь меч хороший. Мне меч очень нравится. Мечом можно убивать, добивать и не париться вообще ни о чем. Слушай, а я могу как-нибудь два оружия взять? Две руки? Нет? Мне надо на выход или куда? Не понял, подожди. Парень по имени Солдат, кстати говоря. Это, видимо, главарь какой-то. Добивай его. На, с головы. Подождите, подождите, я просто в туалет шел, путь, блядь, потерял, понимаешь? Ладно, кулаками тебя добью. О, вот это мне нужно, кстати говоря, нормально. Так, сюда мне не надо, нет. А, ну вот это на выход, видимо. Да-да-да, это на выход, а туда мне зачем тогда? Так, я сейчас в стену, что ли, стрелял? Добивай, 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 да ты что умрешь, Хэн? Давай, ножом там рекаш! Да зикар ты ножом!
Вы чё нахуй? Ребят, алё! Больно в ноге. Там парень один ножом не бьет. А чё ты? А, ладно, нашел, молодец. Нашел дорогу ко мне, поздравляю тебя. Так, дробовичок берем. Сколько патронов у него? Один. Нам хватит. Более чем. Пам! Топор! Они никогда от тебя не отстанут. Да что ж такое? А мне и не нужно, чтобы вы от меня отставали, ребята. Подожди. Дай мне какую-нибудь пушку получше. Дай мне нормальную пушечку. Подожди, родненький. Там была новая пушка какая-то. Так, ладно, давай зажимаем просто кьюшку. И сейчас будем вот так бомбить. Мы же можем shift нажимать, чтобы сильнее ей резать. Думаете, меня зажали? Хер вам. Я вас зажал. Да, блядь, ну сколько ж вас тут, а? Не понял, меня не обманули, что ли, что они от меня никогда не отстанут? Я сюда не надо было заходить? Я не понял, у вас тут где-то инкубатор? Вас женщина рожает там где-то сверху? Ну-ка, давай. Поехали. Да ты заебет. Еще родила. Слушайте, вот сколько здесь понарожали-то, а, больные? Ну ладно, давай. Зажать. И добить. Ну? Время сваливать. Я думал, это будет сложнее. Время ворваться в город. Снайперы. Стой там, где ты есть, шериф. Шериф? Подожди, а тебя разве не убили? Подожди-ка. Хэнк, это ты? Подожди, а я разве не убил шерифа? Открывайте двери, шериф. Посмотри на этого парня. Все еще думает, что может на мне приказывать оттуда. Хах. Ты единственный, кто создал все проблемы у меня на станции. Слушай, я разве тебя не убил уже? Именно. Нет. Я никогда не был так мертв, чтобы я не мог вернуться обратно. Кстати, я тебе все еще должен пулю в щи, не правда ли? Ну так давай спускайся, давай разберемся. Да-да-да, не-не-не, иди нахуй. Я босс, я здесь шоу, и я говорю тебе нахуй пойти, понял, да? Кроме того, похоже, у тебя большая стена, о которой тебе нужно беспокоиться. О, поехали, босса, заказывали? Я очень голодный, иди сюда. Не, я, пожалуй, здесь откажусь. Мне кажется, тебя надо мне нахерачить и скормить твоему другу. Или пушку новую взять. Раз. Лови. Понял, бесплатно. Смотри, пока он махает, можем по спине ему накидать. Так, понял, по спине он бьет довольно больно. Слушай, а может быть я должен зажать? Блять! Да ну ты... Ой-ой-ой-ой, полетел, сука, как голубь. Так, надо что-то... Там еще одна палка у него. Снайп меня, дружище. Кидать в него бестолково. Слишком голоден, чтобы умереть. А, подожди, серьезно? Серьезно, у него жизни ушли, видал? I love you. Говорит, я люблю тебя. Ну я тоже. А почему жизни ушли? Я его как-то правильно ударил. А ну отдай. Что-то я не очень пока понимаю, подожди. Я ему куда-то попал, и у него жизни ушли. Отдай обратно. Да пушку отдай, я тебе говорю! Я в нем уже 1000 пушек сложил. Ты уже, сука, магазин по оружию. Да ты, блядь, магазин оружейный, слышь? Да дай мне пушку мою! Подожди, его просто надо бить! Его просто бить надо, понимаешь? Вон у него жизни уходят. Ну-ка давай, зажима. Да! Говорит, не-не-не-не-не, маленький ублюдок. Куда? Подожди, куда собрался, эй? Сыкуха, убегает от меня! Поехали! Ага, понял. На, полетел, другалек. Оп, оверот, хорошо. Давай, поехали. Накидывай. Говорит, я слишком голодный, чтобы умирать. Да нет, не надо тебе, друга своего убивай лучше. Добивай. Жизни у него немного уже осталось, половина. Давай, ты сам добьешь твоего друга. Оп. На, увернулся, хорош. Слишком голодный, чтобы умирать, говорит. Нет, никогда такого не будет. Сука, сходи в Макдональдс, тогда пожрешь, тогда будешь голодным. Оп, увернулся. Ладно, неважно. Не получается. Еще минус жизни. О, полетел на Луну.
просто кулаками, 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 кулаками. Зачем его бить чем-то еще? Я могу просто кулаками его забомбить. Уберу. Хорошо. Я хочу ему хотя бы одну жизнь кулаками отбить. Отбил! Отбил кулаками, видал? Давай! Как мужик с хуетой какой-то подеремся. Ну и все, добивочный, добивочный, добивочный. Разминаем, разминаем, разминай. Я не голоден, говорит. Ну все. Деймос говорит, так, что мы пропустили? А, фантастика. Здесь еще вас больше. Да, это мои друзья, они водят херово. Слушайте, вы не войдете в мой город. Слышите, это там не произойдет. Ну не надо. Похоже, ты не прав. А, ладно, забудь. Парни, сваливаем. Кристоф? А! Тасус, Nexus City, перед тем, как они упадут. Добрый день, доктор Кристоф. Будьте... Берегите себя, пусть у вас будет хороший день. Я попробую броситься под машину. А, все машины останавливаются? Я найду способ убить себя. Тихо, давай-ка подожду. Газ, бей меня! Ладно, не получается. Дурак. Чё ходишь? Чё по дороге ходишь, дебил? Добрый вечер. Дальше двигайся. Я тебе сейчас дам дальше двигайся. Иду куда хочу, понял меня, козел. Ладно, давай, пойдем. Чё ты сейчас, урод? Возвращайтесь к своим работам. Ты мне не приказывай, собака. Там людей, короче говоря, наказывают. Это действие Нексуса до того, как город пал, видимо. О, шериф. Эй, Кристоф. Дру. Рад тебя видеть, дружище. Держи голос потише. У нас большой риск, что мы здесь встречаемся. А, подожди-ка. Держи своих коз при себе, партнер. Это была твоя идея. Почему ты вообще позвонил мне здесь? Это правда происходит? Да, мой дорогой друг. Время почти пришло. Иди за мной. Что за время? Куда пришло? Пойдем за мной. Я не знаю куда. Пойдем под машины. Под машину пойдем. Идиот. А, наверное, надо назад. Да, мы пошли с тобой раньше сюжета. Пойдем туда. Пойдем, пойдем, шериф. Я понять не имею, куда нам идти, если честно. Но мы идем. Смотри, вот это мои сучки. На. Могу делать с ними, что хочу. Погнали, погнали, погнали. Шериф, не отставай. Alright. Я не знаю, насколько вы отстаете по сюжету, но по всем книгам мы делаем это. Или мы не делаем это никак. Понял. Yeah. Так это индустриальный сектор. Почему здесь? Что такого особенного в этом месте? Понять не имею. Я могу бить людей здесь. После этих битв и лжи, это самый самодостаточный сектор, который может делать сам себе всю провизию. Он переживет любую осаду, особенно единственную, которую мы сейчас активируем. Кстати, наши наемники здесь будут независимыми. Они не имеют никакой лояльности директору Фобосу, поэтому так же, как и его испражнением, поэтому они будут нам служить. Ты уверен, что мы будем здесь быть, и они будут мне подчиняться? У тебя репутация во всем городе. Люди здесь верят тебе. Поэтому ты можешь их заставить себе прислуживать. Понял, дурак? Ну ладно. Однако я не помню, чтобы они верили мне когда-либо. И не думаю, что они поверят в то, что мы хотим сделать. Слушай, давай-ка мы с тобой ваше внимание отвлечем от этого. Этот город обречен. И Фобос рано или поздно все равно сюда придет и уничтожит его. Ладно, если ты так говоришь, тогда давай будем работать над этими ребятами и подождем твоего сигнала перед тем, как все начинать. Подожди. А что за сигнал, кстати говоря, вообще? Ты узнаешь, что за сигнал. Солнце умрет. Или солнце уже мертво. Вот так вот. Короче говоря, это город до того, как мы здесь были, и это объясняет, почему именно этот город, город, в котором живет наш самый шериф. Интересно, сюжетик показывают даже. Это дважды, когда мне пришлось из всяких жоп выбираться.
Мне уже надоело. Санфорд не ной. Я не знаю насчет вас, ребят, но я думаю, что все прошло довольно неплохо. Да, Деймос, у тебя сломались ребра. Я двигаюсь вперед, вы двое идите транзитную сеть захватывайте. Шериф будет к ней иметь доступ. Соблазните его, чтобы он с вами паролем поделился. Ладно, сломаем ему немножечко ноги. Понял? Давай. А ты, кстати, что будешь делать? Я не знаю. Здесь есть парень неподалеку, который может нам сломать Project Nexus. Я пойду его найду. Ему въебу, с ним поговорю. Встретимся там, когда получите доступ. Далеко убегает. Сосать, лежать. Пойдем тогда. Легко. О, мы теперь играем вдвоем. То есть мы можем играть теперь в... Куда? Ля, он сам теперь бегает. Прикольно. Блин, ну а это уже у нас будет в следующей серии. Если, конечно, тебе захочется. Мы можем поиграть с кем-нибудь, но не знаю, будем ли. Пока что на этом все. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.